Итак, ребята, всем привет. У нас гайд на Night Hunter. Вот. И играем в Тролль и Элвис. Короче, у нас у нашего тролля был уже на 10-й минуте. Вы представляете, на 10-й минуте башер. Вот. Я не знаю, ну, сейчас он немного отступается, да? Вроде как. Хотя нет, нормально. Но на 10-й минуте, вы представляете, у него уже был башер. Да, там нафидели, правда. И сейчас мы с вами... Кстати, надо будет телепортнуться, ну ладно. Мы с вами перефармим нашего тролля. То есть, реально перефармим. Это гайд, ребята, как перефармить тролля, короче. Вот. Мы копим сейчас... Можно идти, в принципе, было уже. Все, делаем ТП, ребята. Такс. Два башера берем. Ага, немножко не хватает. Немножко не хватает, так как тот чел все равно, ребята, как-никак этот. Как-никак, он не ставит ничего. Давайте просто возьмем вот так вот. И вот так вот. Так, все, и бежим к этому. Бежим, бежим, ребята, вот сюда. Надеюсь, он так еще не поставил. Ну да, ребят. Тупо есть же. На приколе. О, ночь. Дали ночь. Подвинемся. Копим, ребята, получается, дерево. Он нас не захочет, интересно, убить. Но вроде нет. Ну ладно, возьмем все равно, да, ребят? Возьмем 12 за 13 800 и то. Значит, копим 64 тысячи. Давайте немножко больше накопим. 66 тысяч. Ну ладно, можно еще немножко. На всякий случай, да? Так. Так, ништяк. Продаем это, продаем это. Покупаем за дерево. 12 800. 12 800. ХПшечку. И это продаем. Это нам уже не надо. Покупаем вот это вот. И вот это вот. Все, ребят. Идем. Теперь у нас вообще все ништяк. Сканьте, пожалуйста, карту. Нужно найти этого долбоеба. Окей. Бегает туда-сюда постоянно. На базе я не смогу, потому что у нас как фармить этого тролля, да? У него уже, в принципе, дедаус 2. Но мы сейчас его перефармим, ребят, по-любому. Вот этот пускай стоит на базе, как говорится. А мы сейчас тролля перефармливаем. Да, но рейтинги высокие у них. Хорошо, отлично. Я надеюсь, он что-то сделает. Точнее, они, надеюсь, соберут 200 чем-то тысяч. Так. Снайпер тут хреначит прямо. А еще больше нет. Пора возвращаться, ребята. Пора возвращаться. Что там у снайпера? Ой, этого. Два дедауса. Ребят, мы его догнали. Мы молодцы. Мы его догнали. Два дедауса. Все, отлично, ребят. Просто отлично. Снова идем вот сюда вот. Фармить. Сейчас с помощью двух дедаусов мы сделаем нормально. Блин, нет, нам не надо. Не надо, не надо.
Ну а чё он не отходил-то? Дурачок, блин. Так, сейчас купим, ребята, хпшечку и... Будет нормально все. И все будет нормально. Берем хпшечку за отнерочку. Кстати, и защиту можно... Немножко не хватает, сейчас подождем. Сейчас подождем. Сейчас подождем. И будет... И... Возьмем этот... Защиту. Все, ребят. Мы не убиваем ее. Фармим дальше. У него, смотрите, у меня, ребят... Ну, в принципе, ладно. Пока что он немножко опережает, но мы перефармим его. Я вам говорю по-любому. Потому что... Типа, рейтинг у меня немножко, конечно, нормальный такой, но... Просто тролль не так играет немного, я вижу его игру, и... Хотя на 10-й минуте уже был башер, то есть потому что там чел фидил, типа, поставил сюда и не убирал, типа, ушел. Башен там, естественно, ничего не было. Так, ну, в принципе, можно купить за 8, но давайте сейчас еще нафармим, немножечко нафармим. А, он убирает, ребят. Ладно, давайте сносим базу. Особенно это. А, нет. Комплект, хорошо. Так, в принципе, все, можно этот. Можно, ребята, возвращаться. Делаем вот так вот. Ну, ребята, все, мы перефармили, считай, короче. На данный момент, правда. На данный момент мы перефармили. Я не знаю, сейчас что он взять возьмет. Да, он, наверное, тоже сейчас зафармил это, но. Но. Сейчас посмотрим, что он возьмет. Что он возьмет? Рапиру. Ага. Мне додаус уже еще есть. Ну-ка. Додаус. Два додауса. Нет, ребят, мы не успеваем. Надо этот. Надо что-то делать с этим. Надо что-то делать. Он улучшен, интересно, или нет? Нет, вряд ли. Поставил воркера. Так. Здесь четвертый тоже. Снайпер не поможет. Зачем он снайпера поставил? Лучше бы улучшил. Чтобы, блин, мне я бы фармил все. Я-то дам, да. О, позже. Подожди. Ладно, ребят, я думаю, сносим уже. Сносим, потому что фарм он... Фармиться мы здесь не сможем. Все, ребята, мы его перефармили уже. То есть, смотрите. И защитка, и это... Так, давайте возьмем это. Где он? Вот он. А, блин, зря не ночь. Короче, что у него там? Во, а у меня две рапиры, ребят. Мы перефармили. Мы молодцы с вами. Так, где другие челики? Эй, буш. То есть вы понимаете, как мы сейчас перефармили? Блин, это пипец просто. В начале как у нас был. У него на 10-й минуте башер был. Так, давайте. Фармиться будем пока что. Пока не знаем, где челики. Кстати, есть один такой вот прикольный этот. Но, ну, так. Один здесь, другой здесь. Давайте посмотрим. Ну, они, наверное, снесли базы, как бы, по-любому. Так, стоп. Здесь он, скорее всего. Да, скорее всего, здесь. Либо снесли уже. Да, снесли. Все, а вот он, вот он, вот он, вот он. Давай, давай, скан, скан, скан. Нету. Yes.
Так, верифируйся. Ну, на этом все, ребят. Ставим лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо и пока.